Нет такого человека, который не сталкивался бы в своей жизни с медициной, ведь каждый хочет прожить долгую и активную жизнь, а для этого надо вовремя предупреждать появление болезни или лечить ее, если она уже появилась. Все профессии нужны, все профессии важны, но есть среди них и такие, без которых никому невозможно прожить. Профессия медицинского работника – одна из самых востребованных и необходимых для людей, и она пользуется в нашем обществе неизменным уважением. Для того, чтобы стать отличным врачом, нужно долго и упорно учиться, проходить серьезную практику, все время нарабатывать опыт и перенимать лучшее у более опытных коллег. Самое главное, эта профессия требует всего человека. Для нее нужны настоящие доброта и милосердие. И силы медицинских работников восполняются всеобщей благодарностью и любовью спасенных от болезней людей. Огромное внимание укреплению материально-технической базы здравоохранения, улучшению условий работы уделяет администрация муниципалитета. Благодаря этой постоянной поддержке удается добиваться высоких результатов. Более 2000 человек работают в Славянском здравоохранении. И все они – врачи, медицинские сестры, фельдшеры и те, кто обеспечивает работу отрасли – отличаются любовью к своей профессии, неравнодушием и самоотверженностью. И молодые специалисты, и заслуженные профессионалы, все вместе они работают на благо славянцев. В числе самых квалифицированных и опытных врачей заведующая неврологическим отделением Славянской центральной районной больницы Елена Малышева, которая вот уже 32 года совершенствуется в своей профессии. Для нее День медицинского работника – очень дорогой праздник. Празднование Дня медицинского работника означает, что мы увидим друг друга, в конце концов, за рабочими буднями, другими, красивыми, без, может быть, даже халатов, а в том приятном, комфортном человеческом облике, который нам всем нравится. Но медицина – это святое. Это на самом деле та профессия, которая определяет и социальный статус государства, и социальный статус района. Специалисты Славянского неврологического отделения, где есть современная аппаратура и накоплен богатейший опыт работы, оказывают неоценимую помощь людям, пострадавшим от инсульта. Моя любимая тема – наша сосудистая программа оказания помощи больным для инсультов, для лечения инсультов, для того, чтобы мы могли более качественно оказывать помощь тяжелой категории больных. И плюс мы вот последние 3 года уже вступили в этап и реабилитационной помощи для больных, и при нарушении мозгового кровообращения, при тяжелых травмах. Это дорогого стоит. И это говорит о том, что медицина Славянского района на высоте, и нам это доверяют. В отделении работает одна дружная команда единомышленников, которой по плечу решение самых трудных задач. Ведь мы же всегда командой работаем. Врач, медсестра, санитарочка. Это единый блок. Один без другого существовать не может. И поэтому в этот праздник мне хотелось бы поздравить всех медицинских работников. Не только докторов, и средний медперсонал, наших сестричек, фельдшеров, наших санитарочек, которые с доброй душой относятся к людям, которые не знают себя вне профессии. Мне очень хочется, чтобы у них было здоровье, счастье. Нет на свете профессии более благородной и важной, чем профессия медицинского работника. А работать с детьми – это вдвойне почетно и ответственно. В коллективе детской поликлиники трудятся высококвалифицированные и душевные специалисты, которые всегда стоят на страже здоровья подрастающего поколения славянцев. И за это им честь и хвала. У нас коллектив детской поликлиники очень дружный, веселый, и работают довольно-таки все грамотные, квалифицированные специалисты. И в этот предпраздничный день хотелось бы поздравить коллег своих с этим замечательным профессиональным праздником. Поздравить и пожелать работникам, в первую очередь, это здоровья, благополучия, добра, счастья, какой-то стабильности. И пускай, наверное, выбранная нами профессия никогда не приносит нам разочарования.
Медицинским работникам доверяют самое дорогое – свои здоровье и жизнь. И они заслужили это высокое доверие. Искренние, идущие от сердца слова, можно сказать в адрес всех людей в белых халатах, всех представителей замечательного славянского здравоохранения. Мы присоединяемся к поздравлениям. Всего самого доброго. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».